Так. Сейчас проверим. Ох, косяк телеком, наверное, шалит. Это каждую неделю или через две, это прям обычное дело бывает. Блин, такая музяка играет, этот крипер на гифке тоже такой дым-дым-дым-дым под музыку. Так. Ну ладно, сейчас будем смотреть. Сейчас будем проверять. Так, вот сейчас будем проверять. Так, сейчас получается я убрал, перезагрузил роутер, соответственно перезапустил стрим, убрал вебочку и... Хер там, да-да? Вот это мне очень интересно, конечно. Монитор... Так. Сейчас я по Twitch инспектору посмотрю, что он там мне показывает. Так, вот сейчас. Сейчас Twitch инспектор говорит вроде бы, что все норм. А вот буквально, когда была просадка, была резкая просадка на 4000. Ну, это провайдер, к сожалению. Очень странно, на самом деле. Прям супер странно. Но не идти же мне комп перезагружать. Что? А при чем тут Microsoft Software Protection Service? Что он делает? Зачем он мне нужен? Вот это интересно, конечно. А можно ему приоритет сменить? Или просто нахер его послать? Нет, я ему даже приоритет сменить не могу. Вот потому что у меня все идет ровно. Сам Twitch показывает, что типа все excellent. Дичь какая-то, откровенно говоря. Windows must die, да? Ну вот сейчас у меня, по-моему, даже на превьюшке ровно пошло. Ладно, будем смотреть. Такая фигня бывает. Каждую неделю, через неделю, хотя бы один день обязательно. И вот с ней ничего не поделаешь. Ну, я хз даже. Может, наверное, так же, как и Влад, придется переходить на этот, на Good Game и с Good Game на Twitch рестрим врубать. Чат на экране? Господи, как он меня запарил. А что с ними так? А он, наверное, забыл, что ему обновляться надо, да? Не, слушай, это похоже Twitch. Потому что если уже и виджеты начали тупить, то это по-любому проблема Твича. Ну-ка. Очень странно на самом деле. Ну, походу, это Twitch. Потому что если виджеты затупили, это уже капец.
А виджеты — это все, по сути, веб-сервисы Твича. Да. Офигенно. Это просто охеренно. Что мне с ним сделать? Давай сцену переключим. Может, он с переключенной сценой пойдет? Вот. Кажется, он проснулся. Но это не точно. Так. Ой, кошмар какой-то с этим Твичом иногда бывает. Вот у кореш буквально вот где-то в 150, наверное, в 200 километрах. Что, так можно было? Да, я хз, как можно было. Так, ладненько. Нужно что-то делать с этим лесом, как-то искать здесь следы моего пребывания или хотя бы точку отправки. Потому что я точно знаю, что я видел вот эти черные дубы. Я видел вон ту заводь круглую. Но если я их видел, здесь где-то должна быть постройка на деревьях. Типа гнезда. Если, конечно, я ее не разобрал на ресурсе. Но нет, я ее что-то не вижу. Аф-аф, блин. Аф-аф. Есть мнение, что ты заблудишься нахер. Вполне возможно. Вот это место я тоже помню. И чё, и где? Блин, ну так не прикольно. Мне надо как-то вернуться в деревню. Как тот Саски из Наруто. Не, это вообще не прикольно. Не, тут кони есть. А это точно оно или это не оно? А будет еще ржачнее, если я здесь найду еще одну деревню и забью на ту. Овцы, лошади. Очень странно, откровенно говоря. Или я попал на большую землю, но на какую-то не ту. Тоже такой вариант может быть. Посерву, но ты сам видел, там народ как-то без энтузиазма наши. Ну, у нас что, Арман, он у нас больше по Думу, по Анрилу. Ну, хз, возможно, может я реально материк нашел? Нет, просто тот остров, через который я попадал на тот, он тоже был не маленький. А, зашибись, уже ночь. Спать быстро. Так. Зашибись. Вот это я попал. Ну тут, кстати, лошади. Я лошадей не помню. Так, такое ощущение у меня очень сильное, что я в другое место попал. Луна светит как прожектор, ну, если полная луна, она так и светит, по сути. Блин, вот столько лошадей, а нету седла, вот это обида вообще. Лошади, а чё вас так много здесь?
Ну, капец. Ладно, что это, путешествуем. Будем как эти, блин, инопришленцы. Путешественники. Нет, вот это тоже остров, вот край, как говорится. Ай, я ногу отшиб, кажется. Вот я его отбежал вокруг, вернулся вот к этому месту. То есть это не большая земля, это остров. Вполне возможно, что я из-за новых листьев просто не могу найти то место, где я обосновывался. А что не так с яркостью? Нормально? Обычное солнце. Вон, даже эти вон. Просветы. Ну тут же все настраивается в этих шейдерах при желании. Там же прям отдельная вкладка есть по настройке, если что-то, как говорится, не устраивает, что-то там по глазам бьет. Да? Не знаю. Может, у тебя яркость на экране большая, потому что у меня нормально. Не, ну это не прикольно. Лодку. Подать мне лодку. Ой, кажется, музыка из Вархаммера пошла уже. Мне кажется, будет проще его вот так обойти. По кругу посмотреть. А. Интересное дерьмо. А куда же я тогда попал? О, какой же идиотский спаун. Просто идиотский. У меня, короче, очень есть такая идея. Это же все равно старый... этот сейв, да, и вот все такое. Короче, мы идем вот так создать новый мир. Я не хочу уже в ту деревню возвращаться, если честно. Я ненавижу океан в Майнкрафте, вот серьезно. Так, ну, например, вот так, сложность обычно. Да ладно, что начинается-то? Все нормально. Вообще, по плану, я изначально должен был стартануть новый мир и как бы с нуля все делать. Но мне вчера было так лень, что я нашел сейф и такой, ну он там лежал уже. Вот, и просто в него зашел. Так, дата паки. Так, понятно, здесь ничего нету. Game rules, launch it's off, survival, world game rules. Так, ну-ка, больше опций. Андрей, не напрягай этого автомодера твичевого. Он уже устал твои сообщения задерживать. Ой. Так. Что-то я хотел. Import settings done. Я забыл, как тут что создается. Вот интересно, если я сейчас чисто ради прикола введу сид, что у меня сгенерируется? Опять посреди океана меня нахер выбросит, скажет, да иди ты нафиг со своими сидами, блин. Так, сейчас, вот, дан. Что там еще? Настроек больше я здесь не вижу. Ладно, создать. Сейчас. Он такой, сейчас будет кручу-верчу, обмануть хочу... Ну-ка. Нет, не океан, вполне нормальная земелька.
Или это опять остров? Нет, нормальная земелька. Вот сало ходит тут, цветочки есть, березки. Все, что надо. Вот, какие-то эти есть. Шахты. Ну, очень даже чинно-благородно выглядит, я так скажу. Вот мини-хрюшки здесь есть. О, пустыня, между прочим. Сразу рядом, что тоже прикольно. Саванна рядом. Ой, да это вообще идеально просто сгенерированный мир, я так скажу. Ладно, все. Пока он не начал потихоньку двигать коня, надо развиваться. Опа. Оба. Так, так. А, нет, ты не можешь так закинуть, да? Ладно. Вот так. Вот так. И мне не хватило на этот. Ладно. Ой. Ладно, тогда исследуем новые земли, как говорится. Хрю! Так, топор. Топор сидит как вор. Так, все, пока хватит. Обана. Ой, из этих листьев не видно стволы, где они там есть. Так, давай-ка мне верстак с собой. И где-то я здесь видел шахты всякие разные. Так. Э! Куры! Куры! Хорошо! Как в этом, в пятом элементе. Я слышу скелета. Значит, здесь где-то пещера есть. Вот прям вот где-то вот. Вот прям вот тут. Так, ладно. А я что-то потерял пещеры эти. С другой стороны, как бы хрен с ними. Можно же сделать и по-другому. Можно выкопать свою пещеру. Музон валит. На ютубчике, кстати, есть ролик, пародия на Chivalry, именно вот под этот трек. Так, что-то угля не видно. Уголь! Уголь! Игорь! Игорь! Блин, темно становится. Черт! Совсем темно стало? Ладно. Найти пещеру проще, возможно. Но в любом случае мне материалы-то нужны сейчас на старт. Опа. Ну где-то же я пробегал вот здесь вот пещерой, но я уже их потерял. Так. А где они были, блин? Где-то вот я вот тут вот совсем... Совсем рядом я их пробегал. Здесь у нас бассейн. Естественно, происхождение. А тут он... О! Дорогие мои хорошие! Кони! Это просто белые или в яблочко? Это просто белые, это неинтересно. Просто белые кони такие себе. Блин, я не вижу уже. Я их пробежал, видимо, далеко от них. Тут опять бассейн. Так, саванна. Знаешь, как оказалось, не проще пещеру найти. Так, опять всякие заводи непонятного назначения. Нет, здесь просто впадины.
Видать, ты проклят. А вот уголь. Возможно. Ну так, видишь, я же еще сит сам вводил. Притом такой абсолютно... абсолютно ни о чемный от балды. Он, кстати, у меня уже жрать хочет. Нужно его что-то скормить. А теперь я свиней потерял. Где они? Свиньи. Хрюшки. А ну-ка идите сюда. Иди сюда. А-та-та. А-та-та, говорю. А-та-та. Так, вот еще пару хрюшиков. Сделай кирку из камня. Да сейчас все из камня будет. О, я слышу скелета вот здесь рядом. Значит, тут пещера. По-любому. Качает музяка. По-любому всяко. Вот он здесь. Он здесь стопудово вот за стенкой. Правда, он мне может навтыкать. Но если он там ходит, значит, там как минимум есть что-то, какая-то конструкция или... днище какой-нибудь. Естественного происхождения. Не делай так больше. Блин, а что это там? О, нет. Медь колупать деревянной киркой, конечно, это что-то. Ладненько, в любом случае, мне печка нужна. Костер, ну да. Кстати, вот непонятно, в чем смысл костра? Разве что, если только ставить его под пчелами. В плане готовки он вообще неудобный. И в плане производства он тоже неудобный. Так, кирка. И что у меня за... А, у меня закончились. Палки у меня закончились. Так. Топор. Меч, лопата. Так, давай-ка сразу печурку сюда. Вот так, жарь. А можно, кстати говоря, еще так приколоться? Ну, прям максимально тупо. Бывает такое, в воду копаешь, а там под водой пустота, и ты вместе с водой туда. Отжарят и свиньи. Блин, а что там играет? Тут знакомая. О, Рок Нартин. Where is your god now? Ух ты, интересно. А что это за композитор? Я где-то этот трек слышал. Ну-ка, надо лойснуть его. А что у него еще есть у этого композитора? Дичь какая-то у него в топах. Это мы сейчас слушали. Вот тоже что-то атмосферненькое. Так. Опа-на, опа-на. Так, мы сейчас сделаем по-другому. Мы укопаемся вот отсюда. Ай, хватит меня смывать. Не надо, пожалуйста, вода. И что? Ну, что-нибудь. Наверное, проще сразу спиралью вниз укапываться.
Не, не интересно. Скелет вот где-то справа шурудит. Ну-ка. Хотя его не угадаешь, где он точно, на какой высоте. Публичный обмен мнениями, обсуждение, прения, дебилы. Ой. Ой. Чё-то меня аж истерика прихватила. О, уголек, уголек, класс, уголек, уголек это, уголек, уголек, уголек. Вот черт. Ну, это именно встроенная твичевая этот, короче, встроенный твичевый фильтр тебя задерживает. Этому-то стрим-элементу я в тот раз полномочия подрезал, он теперь больше этот бочку не катит ни на кого особо. Ёшки-кошки, а уже ночь. Здрасте, приехали. Ладно, пофиг. Я укапываюсь сразу вот отсюда прям начиная. Знаете что? Хрустите там своими костями, вот и хрустите. Вот, а я ушел, все. Я укопался. Вот нафиг, все. А я пошел по спиральке укапываться своим любимым методом. О, сразу и железо. Красота какая. Давай ростовой окоп для стрельбы из положения стоя на танке. Нормально. Интересно, а окопы для танков рыли или нет? Ну, вот так чисто интересно. Любопытно. Блин, я чуть железом его не накормил. А, рыли. О, уголек. Нормально, сейчас затаримся. Без проблем. Так, справа близко скелеты. И зомби. А вот, кстати, и пещера. Опа-на. Надо срочно сделать вот так. Ах ты, собака, я тебя вижу. На нафиг. На нафиг. Гнида. Где? Откуда прилетела? Снизу. Да, снизу. Уйди отсюда. Уйди. Двое, двое, двое. Не, давайте по одному. Че, офигели, что ли? Ах, собаки. Нет. Больно? Давай не надо. Собака сутулая, блин. Опять дерево, да, искать? Бумт. Опа-на. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, погодите, сейчас. Сейчас. Ать, ать, ать!
Я меч забыл взять, вот надо было его мечом затыкать, ублюдка. Мечом его, мечом поганца. А, нет, 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 я пошутил. Жопа. Ну, это прям отличное начало. А, стоп. Ты решил сюда подняться? Ты дурак, что ли? Знаете? А, они решили сюда подняться. Ну, сейчас я вам натыкаю просто с кулака, уроды. На нафиг, на нафиг, на нафиг. Я тебе стрелу в глаз воткну, гнида. Ша-ша-ша-ша. На. Ну, вот так вот. Вот и все. Заколупал. Урона мало, зато он ничего сделать не может, и он постоянно в отбросе. А, еще один. Нет, 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 нет. Идите нафиг. Не хочу. О, зомби. На. 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 Ах, ты собака. Давай, давай, попади в меня, попади в меня. Ай, промазал. А! Давай, давай. На, нафиг. Нет, нечестно. Уйди отсюда. У, собака. Я тебя съем нафиг. Ну вот этого-то в проходе я кулаком заспамил. Вообще без ничего. И второго тоже практически полностью кулаком. И они мне ничего не сделали. Так, у меня железо-то с собой. Железо с собой. Все, сразу железо. Так, у меня свининка заканчивается. Так, ну ладно, в принципе, можно избегать за чем-нибудь. Ага. А чё, свиньи ночью спать пошли, что ли? Где они? Алло. Где мой источник шашлыка? Я не понял. Ты всех вырезал. Нет, я только 4 же. Это не те треки пошли какие-то. Валхала. Вот, короче, я плейлист лайкнутых врублю. Так, ну ладно, этот светится, наверное, не потеряю сильно, особо. О, а конину можно, да, блин, здесь же вот в Майнкрафте конины нет, вот это неправильно. Опа, светятся паучки. Паучки, идите сюда, вот без скелетов, пожалуйста. Не хотят. Ну и ладно, стойте тогда там. Они, наверное, где-то с другой стороны. Вопрос, где? Не, ну так неинтересно. Хоть огород выращивай. А я не хочу сейчас огородом заниматься. Ай, скелет. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. А это что за пещера? Факела. Есть. О. Пещерка.
О, надо срочно ее осветить и застолбить. И обоссать все углы. Потому что тут очень богатенько по ресурсам. О, хорошо. Красота. Советский космический корабль. А какой там был? Союз. Советский космический корабль. Ну, в слове «союз» 4 буквы, а не 6. Да, давай. Спасибо, что забежал. Восток. Ботом соболезнуешь. А им-то че? Оп-оп-оп-оп-оп. Так, железо. Все отличненько. Сейчас накопаем. Вспомнил. Так. Наверное, сильно глубоко укапываться не буду. То, что... Твою налево. То, что на виду выколупаю и все. Так. Есть у меня на кирку? Есть. Так. Это что, кстати? Ага. Камни, обросшие какой-то пакостью. Это неинтересно. Так. Уголек. Нормально. Что здесь еще на виду? Здесь вроде бы уже ничего. О, сейчас накопаем и пойдем исследовать. Я думаю, сейчас будем на походном режиме держаться, чтобы сильно не укапываться на одном месте. Ой, отличненько, еще железо. Сейчас чем больше нароем здесь, тем лучше. Я слышу паука где-то недалеко. Скорее всего, он на поверхности сидит. Так. Это что у нас? Это у нас медь. Медь тоже берем. Короче, все берем. Жадность, жадность. Жадность обуяла. Берем все. Ать. Что-то у меня не то в плейлисте пошло. Сейчас я быренько переключу. Омы. Плейлисты. Что за плейлисты? After the Fall. Апокалипсис. У меня прям офигенные плейлисты. Ну, можно, в принципе, кстати. Можно вот так сделать. Почему бы и да?
О, водопад? Серьезно? Или это дождь? А, дождь идет, я думаю, откуда звук водопада, елки-палки. Так, пока нормально держимся. И, по-моему, я уже... А, нет, еще места много, ладно. Я думал, уже рюкзак забило. Оказывается, все нормально. Еще 15 минут. Супер. Так, ну, по-моему, теперь я уже все, что на виду, все выколупал. Нет, не все, черт. Вот лопата. Так. Ну, надо, конечно, признаться, что это я уже не совсем на виду копаю. Ну да ладно. Все, глубже не буду. Вот, вот это выколупы и все. Вот точно все. Вот то... медь, черт. Вот зараза, не отпускает меня эта шахта. Так. Железо. Да, я плейлист из Фоллача врубил. А, черт. Где кирка? Нет кирки. А я свой верстак оставил там. Вот. Неаккуратный я человек. Вот тут еще уголь. Так, давай сразу, наверное, парочку. И забрать с собой. Опа-на. Так, где-то мне тут еще уголь на глаза попадался. Вот этот. Оба-на. Все, 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 теперь точно все должно быть. О, еще и дождь. И трек прям под дождь отличный. Кстати, вот это можно с собой взять тоже. Ценный ресурс. А где, кстати, я оставлял... свою печку, и это было туда, в сторону, вот в сторону пустыни куда-то, вот сюда. Или я ее забрал с собой? Нет, я ее с собой не забрал. Да в принципе, ладно, пофиг, там ничего нету. Ничего, на Ютубе еще больше задержка бывает. Кстати, я пробегал как раз мимо хрюшек. Сало, будущее, иди сюда. На нафиг. Так. Ага, вот еще. Стой. Есть. А где мясо-то? А, вот мясо. Так, ладно. Побежали гипотетически куда-то вот туда. Больше только задержка у моей бывшей. Блин, ты как выдашь, выдашь. Да стой! Стой! Ты тоже, иди сюда.
Так. Ты тоже. Я не собираюсь сейчас особо задерживаться, поэтому по дороге всего набираю. В дорожный режим, в дорожном режиме, так сказать. Так, да, жалко, конечно, что нет сиденья у этого седла для коняшки. Было бы проще. Но сиденье гипотетически можно порыбачить, выловить, но это долго. Хотя, как повезет, иногда бывает быстро. О, грибы! Ничего себе. Грибы! О, вот это интересно. Так, там у нас саванна. О, Лена, привет. Оп. О, да, вот музыка из Фоллача под саванну, блин, в самый раз. О, бяшки, я вас искал, идите сюда. Бе, говорю. Вы мне на кровать нужны, идите сюда. Хватает? Нет, не хватает. Бе! Хрюшек маленький. А большой пойдет на мясо. Так, так, на кровати есть? На кровати есть. Сейчас сделаем. Оп. Оп, все, на месте. Режь коней, ты же из Казахстана. Блин, да я резал бы, но нету здесь такой итымки, как конина. Как жизнь твоя не молодая, не старая? Как так тактично спросила. Да, нормально, вот чилю, отдыхаю, как говорится. Оп, оп, ой, ой. Решил сегодня пораньше провести, чтоб там дела доделать потом уже спокойно, не отвлекаться. Хрю, что ты на меня смотришь? Да, я вот, у меня уже полный карман свинины. О, ламы! Блин, ламы, вот это прикольно, кстати говоря. Ламы — это топчик. Но для этого нужны поводки, чтобы ими пользоваться. А чтобы сделать поводки, нужна слизь. А болота поблизости нет, так что слизи я не добуду. Печально. А вон то не деревня случайно, вот так чисто. Победа! Я хотел найти деревню. Вот, вот. Прям рядом, недалеко от спавна. Не нужно миллион океанов и морей проплывать и все такое. О, но, конечно, расположение у нее максимально дебильное. Просто капец. Где-то какие-то на горах стоят, какие-то в ложбине, блин, все так размазано, просто капец. Кто эта женщина, ты мне изменяешь? Ты про что? А, блин. Так. Очень интересненько. Ага. Генератор, конечно, вообще ж пошутил по полной. Представьте, если бы вот у вас вот так хата стояла и по крыше вода стекала вот так. Нет, нет, не надо, голем, защити меня, пожалуйста. Прошу тебя. Спасибо. Спасибо, спасибо, дорогой голем. Больше никогда не буду убивать големов. Я понял, я усвоил урок после вчерашнего стрима. Спасибо вам, дорогие големы. Да, ну конфигурация деревни вообще, конечно, не к черту. Абсолютно. Короче, нужно сразу ложиться, скипать ночь. Грабь и жги. Не-не-не-не, нет-нет, меня устраивает вот эта деревушка очень даже. И даже несмотря на то, что она так по-идиотски расположена, никто не мешает же ее переформатировать там.
можно вообще сделать вот такое жилище, короче, углубленное в горы вот так вот. Как в это, где-то в Индонезии или где есть эти... Короче, типа дворцы целые, вырезанные в скалах. А кто у нас тут по специализациям вообще имеется? Так. Здравствуй, ты кто? А, он бездельник, понятно. Специализация бездельник, я все понял. Так, здесь что? Ясно, здесь жилой домик. О, здесь еще и со знаменами, блин. Ага, здесь у нас тазы для покраски. Изи! Надыбали седло. Ха-ха-ха! Класс, можно коняшку подготовить потом. Так, но я ни одного еще ремесленника не увидел. Может быть, они вот там, вон, в отдельности, в отдельных домах? Да, ну, откровенно говоря, более дебильной конфигурации деревни я еще не видел. Здесь у нас библиотекарь. Все ясно. Но у меня есть такое подозрение, что это ни один библиотекарь, вообще ни один житель сюда даже не дошел. До этого домика, чтобы получить специализацию. Познакомь их со всеми благами национал-социализма. Библиотекарь. Так, ой, библиотекарь, говорю. Это кожевник. Мяу! Где мяу? Я слышу мяу. А вот он мяу. А вот он мяу. Ясно, короче. Ну, главное, есть жители, а остальное не важно. Остальное мы построим. И все-таки я придерживаюсь именно вот этой идеи, чтобы как бы вместо того, чтобы колупать и потом строить, вот сразу выколупывать в скале. И тогда это заодно и оправдает саму конфигурацию вот эту. То, что оно все в ложбине. Правда, есть момент. А хотя какой момент? Вообще насрать, в принципе. Можно же им дороги проложить и все прочее. Так, где у нас центр деревни? Центр у нас типа здесь, да? Так, ну ладно, тогда сразу делаем им общагу. А чё у меня? У меня перс сейчас загнется с голоду. Скоропостижно. Так. 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 И давай, это чё у нас? Баранинка. Гачи деревня, только один кожевник их ремесленников. Похоже на то. Но уже я никого больше не нашел. Ну, может, вон там вот наверху кто-то есть. Эх, ну библиотекарь, да. Но там я что-то не видел, чтобы в той библиотеке кто-то сидел. Поднимись. Прошу тебя, поднимись. Да поднимись же ты! Блинский, ты паровоз. Опа-на! Ага, тут что-то есть. А, ну вот, пожалуйста. За этот точильный станок стоит. То есть, в принципе, оно все есть у них, только оно расположено по-дебильному. То есть вот отсюда вот этот домик можно смело разбирать вот прямо сейчас. Он здесь нафиг не нужен, откровенно говоря. Оба-на. О, сейчас и ресики будут. Нет, его надо разбирать с крыши начинать.
Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Да стой же, стой, стой, стой. Вот. Вот, отсюда будет его удобнее разбирать. Во, сейчас сделаем сначала общагу обустроенную, потом производственный цех, вот чтобы это все вот так вот не было рассыпано, хрен знает как. Потом элементы обороны обязательно. У меня закончилось место, а что у меня место-то закончилось? Так, и броня. А, брони не было, да? Ну ладно. Элементы обороны, потому что в скором времени припрутся бандиты, и они будут пушить деревню. Я как-то наткнулся на криповую генерацию. Деревня была в горах, и у некоторых домов фундамент опускался вниз блоков на 10-20. Выглядело очень стрёмно, аж пробирало. Интересно, как это получилось. Блин, а я перса так и не накормил, да? Ау! Да, еще раз шибиться осталось, вообще отлично. Голем, что такой скучный стоишь? Бить некого. Но я тебе такой возможности сейчас не дам. Так, курочку обязательно. Так, сейчас говядинкой закусим. Можно, в принципе, сделать что? А, ну тут у нас кожевник, да, пусть он тут и будет. Где-то я видел тут домик без. А, вот тоже кожевник. Что, два кожевника у вас, что ли? Интересно. Да, два кожевника, вот они здесь тусят, болтают. Где кровать? Так, вот кровать. Все, теперь точно убег, кстати, бот сын собаки. На, давай. Еще раз спасибо, что забежал. Во, короче. Сейчас вот это сразу разбираем. Вот эти верхние домики, до которых они не доходят даже. Вот тут и кровать есть. Это что? А, это терракота. Ладно, терракота пусть будет. Терракота меня не волнует сейчас. Пусть она стоит. Мне главное деревянные вот эти конструкции все забрать. Хотя, с другой стороны, я могу вот тут вот свою хатку построить на основе вот этой. Типа, почему бы и да? Вполне. Я, наверное, так и сделаю. Вот, моя будет вот здесь. Вот этот вот фонтан заткну, чтобы он тут не мешал чем-нибудь. А, вот так камнем его заткну. Вот. А вот здесь уже вот в той горе и вот тут вот будем развивать... Какого хрена? А, семена. Вот. И вот тут уже будем развивать, собственно, саму инфраструктуру всю. Кстати, интересно. Вот тут жилой... Под навесом, а на навесе стоит ремесленный, до которого даже хрен доберешься. Так, спать я сейчас не могу. А тут еще и, блин, генератор упоролся. Почему у него грядки вот здесь? Или что это?
Нет, это не твоя кровать. Нет, чувак, это не твоя кровать. Ты будешь... Нет, уйди. Ты будешь спать в другом месте. Сейчас я тебе поставлю. Не ссы. Так, сейчас. Не-не-не. Сейчас, смотрите. Сейчас я вам организую. По фасту. Вот, сейчас я вам по фасту организую вот тут хатку. Чувак, иди сюда. Ты будешь здесь спать. А, вот тебе фонарь, чтоб страшно не было. Вот, и сейчас я тебе сделаю дверь. Вот. Вот тебе дверь. Вот, и сейчас я вам здесь вот еще одну поставлю. И в принципе на пока вам пойдет на первое время. Вас же немного. Вот, на тебе. Во, все, устроился. Отлично. Правда, я без кровати остался. Вот в чем проблема. Ой, а я могу сделать себе? У меня есть шерсть же? Нет, у меня шерсти нет. Вот в чем проблема. Ну, значит, копать будем всю ночь и отбояриваться. Хотя это нехорошо. Но, с другой стороны, меня голем может защитить. Так, курочка есть. Миско давайте растопим. Так, так, так. Это в печку, топку. И еще одну топку не мешало бы сразу сделать, чтобы уже не мучиться. Так, так. Да ты дурак, что ли? Поставь сверху. Вот, короче, вот так. Здесь железо сейчас растопим. И схоронить бы нам барахлишко где-нибудь. Так, чуваки, вы здесь... У тебя ящика здесь нет? Давай я к тебе ящик пристрою, ты же не против. Вот, и вот пристроим ящичек. А, пофиг, я вот сюда пристрою. Все ценное скинем. Что нам тут? Вот это все нам что? Эй, иди нафиг! Ты дурак, что ли? Пошел вон! Приперся тут! Уж жопа! Так, мясо, мясо, это нам надо. Нет, уйдите нафиг. Ну, собака. Житель, а ты чё не спишь? У тебя места нет, что ли, для спанья? О, это фигово. Что у него места для спанья нету. О, ёлки. А как так получилось, что вас больше, чем кроватей? Здесь он... С места. Он без места, да? Здесь они заняли все. Получается. А как так получилось, что их заспавнилось больше, чем мест есть? Это очень странно, надо заметить. Пошел вон. Пошел вон. Дурак. А может он где-нибудь вон с того, вот с самого верхнего домика? Свалился. Надо проверить. Нет, 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 зомби. Уйди, уйди, пожалуйста. Уйди, не надо. Не надо. Не надо. Вот эти вот домики здесь наверху. Нафиг они нужны? Вопрос. Нет, здесь фермер спит. Здесь все нормально. Типа, хорошо. Вот кровать не занятая. То есть он не нашел кровать. Получается. А это уже не есть гуд. Так, ладно. Сейчас реорганизуем. Все сделаем. Опа. Опа. Голем, ты чё спишь? Здесь у нас зомби ходят. Враждебные элементы. Бей его. Молодец. Так, сейчас. Здесь тип был без кровати. Где он? Очень фигово, ладно. А, вот он ты. Сейчас, чел, погоди. Сейчас я тебе организую.
Сейчас организую. Несцы. Пока вот так вот чисто временно делаю. Жилые отсеки. Сейчас мы, блин, тут нароем. Убежище 69. Чувак, на. Очевидно, до этой кровати ты не дошел. Вот. Держи. Так. Ай! А я топор не взял, блин. Раз уж я все равно остался без кровати, будем тогда заниматься обустройством. Лопата мне нужна, по-любому. Топор мне по-любому нужен. А, возможно, даже не один. Так, заборчики. Батон, шматон. Ладно, это пусть будет. Мне факела еще нужны. Так, есть. Сейчас убираем все лишнее. Все лишнее, все подозрительное. То есть вот это, например. Кузница не занятая, очевидно. Вот, даже мне с трудом до нее добираться приходится. А, это библиотека. Она не занята. Значит, убираем. Книги, блин. Книги, конечно, вот так просто разрушать не хотелось бы, но... Ну да ладно. Разрушим. Так. 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 Есть. Мне пора инструменты делать. Мне уже инструментов не хватает. Так, тут у нас запасы сена. Посевы все смытые. Благодаря этой офигеннейшей конфигурации деревни. Так. А где у меня... Так, вот это все полезное сразу схороним. Железо есть, отлично. Хавчик есть. Супер. Так, на 29 железа. Ну, что мы можем? В первую очередь нам инструменты нужны. Так, ветки, палки. Копалки. Ага. Топор. Обязательно. Кирку обязательно. Меч обязательно. Лопата железная есть? Или нет? Подожди. Это каменная. А где железная? Я не понял. Что-то я не догнал. А, вот железная лопата. Так, железная лопата. Ну, ветро еще одно не помешало бы. И ножницы. Все. И, в принципе, мне можно еще немножечко брони сделать. Вот, все. Хотя бы нагрудник. Так, меч, кирка, топор, лопата. Все самое необходимое. Ведро. Ведро пока схороним. Все, сейчас с этим дело быстрее пойдет. А где я видел точильный станок? Вот вопрос. Где-то я его в каком-то из домиков видел и забыл в каком. Так, это что у нас тут? Ну, ой, полы деревянные. Не-не-не, это расточительство ресурсов в данный момент. Забираем. Сейчас мы тут сделаем реорганизацию. Надо сделать супер удобную, супер производительную, супер защищенную деревню. Вот, чтобы при налете бандосов, вот, бандосы просто встали и все, и ничего не смогли сделать.
А чё, я достать не могу? Ну да, я же пол сам убрал, молодец. Это чё у меня? Акация. Так, так, так. Блин, осталось все это собрать. А, соберем вот так. Нормально. Ах, ты ж твой налево. Все, это забираем. А, терракота пусть стоит. Семена забираем. Так, это все забрали. Это все хорошо. Окна обязательно выбить. Куда без этого? А как подняться-то? Блинский ежик. Вот кто так деревни генерирует? Вот. Здесь у нас что? Вот он, заточной станок у нас здесь стоит. Его тоже забираем под реорганизацию. Потому что им явно никто не пользуется. А нам нужно, чтобы были ремесленники, чтобы был доступ ко всяким зачарованным штукам. О, знамена. Это что, забор? Пойдет. Нам же ферму тоже надо делать. Конюшню надо будет делать. Овчарню и все прочее. Так. Стол из коврика. Прикольно. Вот, нормально. Еще там станочек. Да, тут с этой реорганизацией можно смачно залипнуть, откровенно говоря. Так, есть что у нас? Это дерево? Дерево. Просто, видимо, обструганное от коры. Так, нормально. Все, здесь убрали. Все собрали. Здесь собрали. Все отлично. Так, потом... Вон там что у нас? Ах ты ж, блин. Ёжики. Матрёжики. Надо как-то эту речку огородить, чтобы она нас не смывала каждый раз. Сейчас сделаем, блин. Колодец желаний. Ага, нифига, ты уйдешь отсюда. Потому что здесь нужно огородить колодец желаний. А где он заканчивается? Так, он заканчивается вот так. Так, сейчас все будет. Во. О, вот так. Нормально. Совсем убирать как бы сейчас не вижу смысла. Пусть будет вода. Где-то еще протекает? А, вон еще протекает. Но это совсем сверху протекает. Ну, это тоже, в принципе, можно прикрыть. Очень просто. Нет, 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 не так, не так. Вот и все. И вода есть, и... Это что у нас? О, пшеничка. Семена. Это по-любому пересаживать надо. Это что? Саженец акации. Он здесь никогда не вырастет. Так, здесь все ремесленное я уже забрал. Так, опять же, деревянные части сколупываем. Да, вот в данной ситуации, конечно, не хватает алмазного топора. Вот прям капец как не хватает. О, сейчас все будет.
Сейчас первая задача убрать то, что вот точно лишнее. Чтобы не пропадали ресурсы и не сбивало с толку. А потом уже непосредственно организация пространства. Так. Так. А что это у нас здесь? Ага. Это получается на деревянном фундаменте стоит терракотовая стена. Офигенная конструкция. Это что есть? А, ну здесь еще коврами все устелено. Богато так. Библиотека же. А что, у меня уже место закончилось? С чего это вдруг? Не надо мне так. Цветочки всякие собирать. Цветочки, конечно, нужны, но не сейчас. Это что, у нас коблстоун? Нет, не коблстоун. Что-то попроще надо. Так, чтобы подняться. Ковры тоже некуда сейчас забрать, да? Ой, а что можно освободить? Можно, конечно, освободить вот акацию, посадить. Ну вот теперь-то она вырастет, когда я домик уберу. Вот, и вот, и вот сюда акацию высадить. И нормально будет. Вполне себе. О, еще пшеничка. Забираем. Это что? Арбузы? А это хорошая деревня, если, блин, тут даже арбузы есть. Да, семена арбуза. Вообще отлично. Так, у меня топор сейчас загнется уже скоро. Ну ладно, колупаем, сколько колупается. Так. Ну-ка, надо наверх подняться. Вот что надо. Опа. Так, забираем сразу все, что забирается. О! О, нормально. Сейчас все заберем. А, собака, топор сломался. Ладно, доламываем деревянный. В конце-то концов его же тоже надо доломать. Хотя можно сжечь, но, ну, типа, зачем? О! Вот в тему все. Вот у меня сейчас занимаюсь отстройкой, реорганизацией деревни, и на фоне музыка из четвертого Fallout'а. Очень в тему. Потому что когда я играл в Fallout'а, в него я достаточно много, ну, по моим меркам, часов наиграл тоже. И вот все там заключалось в том, что я организовывал поселения, я просто их нашел все, развил, выстроил вот настолько, насколько возможно было их удержать. Все, у меня не осталось топоров. Ай! Зачем мне цветочек? Уйди, цветочек. Не нужен мне цветочек сейчас. Все, нормально. Пошли разгружаться. Ну там, блин, ну опять же, вот из-за окон издалека непонятно до конца. Он жилой или не жилой? Надо обязательно выбить окна. Выбитые окна – это показатель того, что домик нежилой. Так, вот семечки, кстати, можно высадить сразу. Вот. Чтобы мозги не компостировали. Здравствуй, добро пожаловать, спасибо за фоллоу, человек с нечитаемым ником. Так, все, разгружаемся. А ты че тут завис? Медитируешь, да? Туда, внутрь хочешь? А ты туда не поместишься. Так,
У меня и тут место заканчивается уже. Так, все полезное в первую очередь выкладываем. Хотя тут все полезное в какой-то степени. Где-то был еще ящичек, который можно тоже под свои цели задействовать. Вот, пойдет. Все, вот это вот сюда, 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 все сюда. Так, лестницы, ковры, это все не надо сейчас. Лопаты нужны, кирки нужны. Так, это надо. Меч мне второй сейчас не нужен. Так, и миско надо. Ножницы лучше бы, чтобы были с собой на случай, если я найду шерсть. А уже поздно шерсть искать опять. Блин. Зараза. Уже опять ночь. Ладно, раз уж я опять прошляпил сон, сейчас пойдем дальше наводить ревизию. Че я еще? А в смысле? Ты издеваешься, что ли? Ну-ка, давай, жри. Так, мне топор нужен, да? Совсем забыл. Палок у меня нет. Отлично. У меня нет палок. Что ж так печально-то? Оба-на. Оба-на. Так, железо. Железо у меня оставалось. А где оно? Или я его в тот сундук все шарандашил? Ну, есть подозрение, что я его туда и шарандашил все. Да, вот они, остатки роскоши моей. Так. Топорик. Все, есть. Еще раз. Вон там фермер. Он вроде бы там тусит. А, нет, или вон там фермер. Ну, не знаю, короче. Может, они пока пусть будут там на горе. Главное, с той стороны всех угнали. Еще не все окна выбил. Так, сейчас я залезу на гору, с горы посмотрю. Вообще, хорошо бы сейчас материалов на кровати надыбать. Хотя бы для себя, блин. А то я им-то обеспечил, а сам без кровати остался. Так. Маки, маки, маки. Вон там у нас наверху кто? Кто-то есть, между прочим, наверху. Похоже, фермер. А, ну все правильно, да. Там фермер. Или нет? А что? Стоп. Стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп. Ну, на этой стороне, похоже, все. Ай, зараза. Ничего себе, у них тут рассыпано как все. Даже не на две, а на три горы. А ну зачем так надо? А ну не надо так. А ну так не надо, оно так не годится. Блинский ежик. Так, вон там, где я разобрал библиотеку, над ним еще домик стоит, получается. Вон там домиков уже нету. Точно. Но я, по крайней мере, не увидел. То есть, в принципе... Нет! Залезь, пожалуйста. Прошу тебя. Умоляю. Да залезай! Твой налево. Опа-на. Опа-на. Так. Вот какой-то домик. Отсюда я забирал кровать. До нее не мог этот житель дойти. Ну, этому, походу, тут вообще все в порядке. Ему хорошо. Так, трава, деревья, все, я у тебя все реквизирую. Так, а что это у тебя? На арбузы похоже. Ну, я не знаю. Пусть пока здесь будет. Пока что. Так, вот вон то надо проверить, что там. Нет, 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 крипер, пожалуйста, не надо. Вот собака, ты сутулая.
Нет. Ну, можно, кстати, нашарандашить пауков, из них же тоже можно шерсть сделать по итогу. Волокно, из волокна шерсти, из шерсти кровати. Ну, это, конечно, дольше все. Ай, ай. Но мне в любом случае на удочку тоже не помешало бы ресурсов набить. Так, есть, есть, уже два, уже на удочку есть. Ой, нет, 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 не надо, не надо. Костлявая твоя жопа, уйди отсюда. А что ты будешь делать? Все, уйди отсюда. Зомбари пошли. Мне нужно срочно, срочно лечиться, срочно. Ай, нет, 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 не надо. Стой, стой, говорю. Какие неугомонные. Идите отсюда. Приходите на прием завтра. А вот и мой источник шерсти. Дорогие мои хорошие. Опа-на. Так, есть. Один. А чё так мало-то? Где-то я здесь еще видел. Так, с этой стороны, значит, тоже получается у нас фермер сидит. О, тут, кстати, тыквы дикие есть. Ну, вообще отлично. Или не фермер? Кто здесь? Скорее всего, фермер. Но это не точно. Да, генератор прям идеально сработал. Ох ты ж! А тут тоже, между прочим-то... Смокер? Так-то. Если что. Который здесь явно не нужен. В связи с чем предлагаю его тоже выколупать отсюда. Так, это что? А это еще? А это из забора сделано явно. Так, хорошо. Ладно, здесь заберем тоже тогда. Ну, хотя с другой стороны, конечно, я еще в раздумьях. Можно же перенести центр деревни, вот, например, на куда-нибудь. А вот хрен там, вот здесь тоже не очень как-то территория. Или можно? Пшеница аж до сюда, блин, нагенерировалась с арбузами. А, нет, 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 уйди, 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 не надо. Не надо. Иди арбуз покушай. Иди арбуз покушай. Так, пшеница аж до сюда тянется. С другой стороны, можно плавненько... перетянуть деревушку вот сюда. Но здесь тоже как бы не очень территория. Ладно. Пусть стоит, где стоит центр деревни. Будем от него плясать. Паучок? Весельчок. Ну-ка иди сюда. А это мой маленький хороший. Источник материалов для удочки. Угу. Так, ладненько. Ну, кстати, а я овечек так и не нашел больше. Я их видел две, как минимум, но... Когда взял в руки ножницы, осталась только одна, почему-то. Вижу, две овечки. Так, нужно срочно перекусить. Срочно, срочно, срочно прям. Опа-на. Не хватило. Ладно, дальше. Угу, отлично. О, три овечки. Эй, крипер, нет, нет, не надо. Не надо, крипер, не вздумай, не убей овечек мне. Усё, бака. Вот тут взрывайся. Молодец. Красавчик. Так, есть. Есть. Есть, отлично. Просто замечательно. О, отросла. Так, уже 10. Это уже на 3 кровати. Это хорошо.
Так, это все отсюда собираем тоже. Как бы не вижу смысла вообще его здесь держать. Ну, вообще прикольно, конечно, и тыквы, и арбузы сгенерировались. Вот только ни морковки, ни картошки банальной нету. Или что здесь? Так, высокая трава. Да, это арбузы. Вот там еще тыквы стоят. Можно будет потом при желании разобрать на семена. Так. За конями нужно будет еще сбегать потом. Но я чувствую, это все очень потом будет, потому что тут можно с этим залипнуть очень-очень знатно. Хотя, с другой стороны, в принципе, вот это местечко можно застолбить под мою резиденцию. А почему бы и да? Потому что жителям до нее далеко. Подняться им до сюда сложно. Вот. А мне нужно какое-то местечко для личного огорода и прочих нужд. Эй, пофиг, я даже эти грядки переделывать пока не буду, засажу. Так, вот так. И вот так. Ну, в принципе, арбузы можно посадить, но их же, блин, через один надо сажать. Ну и ладно. Так и посадим. Вот так. Так, вот так. Вот так. Я не знаю, вот так. Вот так. Вот так. Вот так, наверное. Сейчас просто надо их растыкать, чтобы они не мешали в карманах. Так, 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 так. Все нормально. Понятно, короче, у них с фермерством тут все хорошо, но генератор очень сильно прикололся. Так, ладненько. В принципе, в первую очередь можно определиться с производственным помещением. И, допустим, если вот тут у нас будет центральная площадь, да? Ну, вот тут вот домики, вот эти все дела. Ну, можно в целом и отсюда как бы начать. Фермера по-хорошему бы оттуда тоже перетаскивать надо будет. Оттуда сверху, потому что он там нафиг не нужен, так далеко. Он должен быть рядом со всеми жителями, постоянно с ними тусить, скидывать им хавку и все такое. А у меня есть сильное ощущение, что он на общие сборы не приходит отсюда, из своего Зажопинска. Гори, тварь! Гори! Ну ты и собака. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А сейчас мы его выселим отсюда. Нефиг тут. Ошиваться? Топор у меня закончился. А, нет, у меня не закончился топор, он у меня есть. Все нормально. Так, двери выносим сразу. Двери, стекла выносим. Это у нас означает, что здание нежилое. Все. Мы его вывели из эксплуатации. Так, все, это забираем. Прикольно, кстати, генератор прикололся. Знаменами этот навесик сделал. Так. Ага.
От. Так. У меня уже время подходит. Я, наверное, сейчас еще минуточек 20, и все тогда на сегодня я буду заканчивать. Так. А что, у меня хавчик закончился? У меня, по-моему, закончился хавчик. Или нет? У меня было много хавчика. А куда он делся? А где хавчик-то? Алло. Жители, вы у меня хавчик вытащили? Я что-то недопонял. Я у вас хавчик вытащу. Слушай, я точно помню, что у меня было много мяса. А, вот у меня много мяса, оно и есть. И что тут? Вам не тесно тут? Вам же тут явно тесно в этой халупе. В принципе... В принципе... Если строить прямо из гор, тогда нужно их срезать для начала вертикально. Это очень долгое занятие, надо сказать. Так. Шерсть, ведра, палки. Так, все, что мы можем отсюда выложить. Так, вот кровать, которую я стырил у фермера, надо вернуть. Вот сюда. Пока что. Вот этот домик, кстати говоря, вот этот домик можно переделать прям под такой вход. Типа. Вот прям его продолжить в гору вот так. Прикольно, по-моему, будет. Ну-ка, сейчас. Дерево возьмем, где у нас тут акация, что-нибудь проверим теорию, как говорится. Ну, например, вот так, например, как-нибудь вот так. Так, только этот вход должен быть под двойную дверь обязательно, потому что в каких-то прям массово населенных, что это такое? Ну-ка. Вот, в таких прям массово населенных конструкциях они идут огромной толпой, потом как бараны застревают в двери, и получается как-то совсем не очень. Поэтому вот это, конечно, все красота, но это надо переделывать. Это надо будет как-то переделывать. Раз-два, раз-два. А под двойную дверь его надо расширять еще. Так, раз-два, раз-два. Двери у меня есть. Тут. Сейчас сразу и попробуем. Так, это у нас терракота, да? Насколько я знаю. Да, желтая терракота. Так, вот это все, естественно, отсюда пока выносим. Так, у нас должна здесь должно получиться пространство примерно симметричное под двойную дверь. Пока не знаю, как это можно организовать. Но как минимум вот из-за этой штуки этого не получится. А можно чисто угорнуть, сделать тройную дверь, а чё? Можно же? Во! Тройная дверь. Гениально! Тройная дверь, и все симметрично, и никто не застрянет. Супер! Отличненько. Все, вот это вот все как есть пока, пусть так и будет. Так, тут вот оставим нам, вот, схороним пока ресы. Вот, дальше план такой.
вот этот домик у нас превращается во вход в ремесленный цех. Ну или жилой, не знаю, пока не решил. Который идет, короче, туда внутрь, там расширяется на такой типа цех, ну, рабочую зону большую. Блин. Я себе так и кровать не сделал, да? Ну, вообще, конечно, это все долго, если так думать. Блин. Это очень много часов этим всем надо заниматься. Ладненько, тогда давайте, наверное, на сегодня. Я вот когда анонс писал, я предупреждал, что сегодня стримчик мало того, что пораньше, но он будет еще и покороче. Поэтому давайте сегодня тогда с этим всем завязывать грязным делом. Я пойду заниматься делами. Вот. А вам всем хорошего вечера. Ну и, собственно, до следующего стрима. Вот. Я надеюсь, на следующей неделе они будут проходить по плану, а не как получится. Вот. Ну и если повезет, будут среди недели, но это не точно. Так что, всем хорошего вечера, всем покеда. Я погнал.